Сегодня порядок приема наличных денежных средств регламентирован постановлением Совета министров Республики Беларусь и Национального банка. Согласно этому документу, юрлица и индивидуальные предприниматели при создании торговых объектов должны установить платежные терминалы для расчета по пластиковым карточкам. Касается это прежде всего собственников магазинов, павильонов с торговым залом, стационарных торговых объектов общественного питания, бытового обслуживания населения, таких как автостоянки, аптеки, гостиницы, игорные заведения и другие пункты коллективного пользования. В случае, если хозяйствующий субъект, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель были зарегистрированы до 16 июня 2013 года, обязанность по установке платежных терминалов на них возлагается, если размер валовой выручки превышает 7,5 тысяч базовых величин. Если это объект бытового обслуживания, то размер валовой выручки не должен превышать 3750 базовых величин. Обращаем внимание, что по состоянию на сегодняшний день базовая величина составляет 150 тысяч. Если ваша торговая точка входит в перечень объектов, подлежащих оснащению платежным терминалом, а доход с данного объекта, полученный как наличным, так и безналичным расчетом за минувший год, превысил установленные пределы, поставить платежный терминал – ваша прямая обязанность. Сделать это нужно было с начала текущего года. Обязанность по установке платежных терминалов возлагается с момента открытия объектов вновь зарегистрированными субъектами хозяйствования, а также действующими субъектами хозяйствования, которые открывают новые торговые объекты. Кроме того, субъекты хозяйствования, которые переносят действующий торговый объект с одного места на другое место, также обязаны в новом месте торговли установить платежный терминал. При этом необходимо соблюсти равенство. Количество установленных терминалов для расчета по банковским карточкам должно соответствовать количеству кассового оборудования. Экономия сегодня на установке платежных терминалов субъекты хозяйствования рискуют потерять в будущем покупателей и клиентов, которые все чаще рассчитываются пластиковыми карточками.